Вас приветствует Детский общественный совет Музея Победы. И сегодня мы продолжаем тему фактов лета 1942-го. 18 июня немецкая авиация совершила налет на Мурманск, сбросив более 10 тысяч бомб. Мурманск был главным портом, куда союзники поставляли свои грузы. Германия хотела ликвидировать его, но сил у немецкой армии для этого не было. Брянская партизанская республика – это освобожденная территория центра района Дятков, где была восстановлена советская власть и имелось два бронепоезда для защиты. 9 августа в блокадном Ленинграде состоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича. Она стала символом мужества и стойкости защитников и жителей блокадного Ленинграда. На связи был Детский общественный совет Музея Победы. До новых встреч!